Eu aveam o întrebare blitz pentru dumneavoastră, domnule Climenco, și vreau să vă întreb cine este. Suntem gata, da? Avem un minut fiecare la sfârșit, nu vă faceți griji, consumăm acum din cele 13 minute. Cine este autorul imnului Republicii Moldova? Знаете, у меня все-таки к вам просьба. Вот у меня осталось сколько там минут? Распандите, да? Пару минут. Я хотел сказать об очень важном. Правильно сказал вот коллега, который идет в парламент, что 25% в Молдове проживает национальных меньшинств. Это наш потенциал в парламенте. Вот если мы выйдем и проголосуем за общественно-политическое движение равноправия, в парламенте будет самая крупная фракция, представляющая интересы этой части населения. И это не должно никого пугать и никого злить. Никто же не пугается и не злится, что в той же Румынии венгры имеют очень сильную фракцию в румынском парламенте. Это нормальная европейская практика. Мы вот о чем хотим, обращаясь к всем жителям Молдавии, вот о чем хотим донести до них, что давайте жить по европейским меркам, если мы хотим в Европу и стремимся туда. Поэтому особое у меня все-таки особое мнение и особое обращение это тем, кто может быть нашим потенциальным союзником на этих выборах. Это молдаване. Это люди, которых эта власть нынешняя, альянс, превратила в непонятно кто. Эта власть лишила их языка, лишила их идентичности. А власть говорит, они не молдаване, они румыны. Они на молдавском говорят, они на румынском говорят. И вообще Молдова это нечто созданное Сталином. Нет такого. Мы никогда не позволим, чтобы с молдаванами так обращались те, кто живет в Молдавии и считает себя румыном. Пускай он будет румыном, но пускай он не нарушает права молдаван. Мы будем в этом плане всячески достаточно жестко действовать, защищая молдавскую идентичность, молдавскую государственность, молдавскую культуру. Хорошо, что наши тех 15 секунд не включены в это время, в которое вы не хотели отвечать на мой вопрос. Зато я сказал то, что я хотел сказать. Я поставлю на русском языке вопрос. Нет. Скажите, пожалуйста, кто автор гимна Республики Молдова? Вы... 15 секунд, ровно. Господин Матиевич. Eu îl aplaud pe domnul Клименко. Așadar, cine mai are timp? А почему вы не спрашиваете, кто музыку написал? Ой, вы не знаете или кто написал музыку? Ответьте, пожалуйста. Александру Кристя. О.